Сейчас нахожусь в Торгмаше, смотрю, появился тут новый Патриот уже с эрой ГЛОНАСС. И да, как, собственно, говорили ребята с Алкаш ТВ, снова вернулись ворсовые подкрылки. Вот они, собственно говоря. Напомню, что когда вышло так называемое вот это обновление, так называемого 2019 модельного года, осенью, эти ворсовые подкрылки ставились буквально на вот самые-самые первые образцы, и практически никто их вживую не видел. Были проблемы с их установкой, в итоге их сняли полностью, стали ставить опять пластиковые. И вот сейчас, вот в 2019 году, с февраля, насколько я понимаю, месяца, снова эти ворсовые подкрылки вернулись. Может быть, они чуть изменены, не знаю, потому что те оригинальные я не видел. Вот такой вот звук от них. Но самое интересное, это то, что наконец-то вас начал соблюдать закон и установил, чтобы вы думали, да, штатную эру ГЛОНАСС. Не знаю, как именно она там подключена, но вот если этот блок вот так вот вынуть, то провод куда-то туда уходит. И вот здесь вот можно посмотреть парт номер этого блока для тех, кто, может быть, захочет его себе заказать. Как-то вот так. В принципе, это все изменения по новым автомобилям. Вокруг обходил, осмотрел, вроде бы ничего больше здесь нового нет. Точно так же третий подголовник отсутствует. Подлокотник не появился, хотя когда-то давно он был. Вот этот вот разорванный коврик тоже как был, так и остался, потому что, например, у меня он целый, да, у меня машина конца 16-го года. Ну и, в общем-то, все. Ну ладно, давайте еще не все, померим расстояние на новом Патриоте, вот с этими двухлистовыми рессорами, между отбойником и мостом, в сравнении с трехлистовыми предыдущими. Вот, тут есть всего один-единственный предыдущий Патриот, он версии экспедиции, то есть с экспедиционным багажником и лестницей. Соответственно, он даже чуть сильнее нагружен. Вот вы можете видеть, что расстояние здесь между отбойником и мостом больше. Тот автомобиль, причем совсем новый, а этот здесь уже, ну, точно больше года стоит, насколько я помню. Так что, да, новые двухлистовые рессоры изначально уже, можно сказать, что просевшие. Это правда.